Мы с вами помним, что сейчас у нас особые условия совершения всех общественных мероприятий, богослужений, крестных ходов и вообще всех массовых событий. Напоминаем, что всем желательно, очень просим соблюдать социальную дистанцию. Да? Очень близко друг к другу не подходим. Спасибо, Господи. Благословен Бог наш, всегда ныне и присно во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сы, и вся исполняя, и сокровища благих, и жизни подателю, приди, вселися в них, и очисти меня всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Святому. На горе преобразился Иси, и яко же в вещах ученицы твои, славу твою, Христе Боже, видишь. Да и гнать его за спина его, страдание оба уразумеет вольное. Мира вишет проповедить, як от истины воистину, Отче, если я не вон мне мир всем. И духови твоему. От Иоанна Святого Евангелия чтение. Слава тебе, Господи, слава тебе. Вон мне во время оно взади Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме их на овцы купили. Я же глаголица еврейский вифе. В силу действия и благодатью Святого Духа быть и всем от нея с верою пьющим, приемлющимся и крепящимся рабом твоим грехов, оставления, изменения страстей, прогнания всякого зла, умножения добродетели, болезням, исцеления, домом и всякому месту, и селению всему освящения и благословения губительных и всяких злотворных воздухов отгнания и благодати твоя присвоения. Яко ты если благословляя, освящая всяческое, Боже наше, тебе славу высылаем. Соведенным Твоим Сыном и Пресвятым и Благим Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Мир всем Духове Твоему. Главы Ваши, Господи, преклоните Тебе, Господи. Ты бы, если освящение наше, Тебе славу и благодарение и поклонение высылаем, безначально Твоим Отцем и Пресвятым и Благим Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Господи, люди Твоя, им благослови достояние Твое. О, деды, на сопротивные даруя, и Твое сохраняя Христом Твоим жительством. Освящает, освящает воду. Воду освящает Христом. И благослови достояние Твое. О, деды, даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительством. Спаси, освящает воду. Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Победы нас опротивные даруя, и Твое сохраняя крестом живота в Христе, и почитаем пречистые плоти Твои, преславное преображение. Мы совершили краткий водосвятный молебен. Сейчас мы пройдем крестным ходом. По окончании крестного хода осветим все, что стоит на столе. Яблоки и все остальное. Принимается? Да. Тогда пойдемте крестным ходом. Сначала идет Виктор с иконой, да? Потому что я не знаю, куда идти. Идем, 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 идем. Да не скройте, для чего стоите? Нормально ходит. Вылечит. Ну вот,
тронулись крестным ходом. Пошли, поперли. Спрашиваю Галю, сколько километров? Она говорит, 3 километра. Крестным ходом пошли. Сколько лет ты ходишь? 3 года. Два раза Сала Михайловна приезжала. Не упаду, быстро не идите, я вас хочу снять. В том году я не была. В том году не были, да? В том году я не была, Толик был в больнице. А Толик-то не пойдет? Не, он где-то идет. Девицы-красавицы идут мои. Умницы, видишь? Молодцы, меня уже умеют, понимаете, надо помахать ручкой. Надюшка сплясала даже на втором этаже, мне и спела. Надюшка. Неужели там ничего не помнится, даже если денег в твоем этаже, ну, постарался как-то минимизировать. Пойдем пока потихоньку. На, Галя, просто держи, ничего не надо нажимать. Просто держи, я вот туда. Говорю, языки ты не умеешь. Вот, идем, крестным ходом. Под ногами путаюсь. Нет, это самое. Упасть. Я и не попала. Да? Ну, сейчас-то попала. Вот идем, вокруг деревни идем. Впереди с иконой, потом батюшка, да? Впереди деревня. Спокон веку, вот Галя говорит, здесь это все было. Сколько вот Любовскому-то у вас уже, Галя, уж? 1000 лет, да? Ну, 1000, не 1000. Да, здесь еще ветерка, когда была вот. Ага. Вот. Ну, ладно, идем и идем. Вот Галя к себе завели, да, Галя? До чего? Нет? Не к вам? В своей бане. До чего? А не к вам? Не, я думала, к вам ворота еще открыты. Ну, Толик просто открыл, чтобы... Скоро наш уже будет. Я-то думала, к вам пошли. А что, он через ваш двор, что ли, пошел? Да чего туда Саламаха повел? Себе в баню. Ясно. Скажи, что пойдет. Ну, нет, пойдет, наверное. Нет, не пойдет, наверное. Ну? Вот, видишь, осветил. Чуркина встала, тут не закрыла. Закрыла мне всю дорогу этот. Все мне закрыло. Обзор. Погода-то сегодня просто шепчет. Прямо самое то. Мы уже в первых рядах пристроились. Чешем. Галя, зашли, осветили. Тоже, ну, побрызгали двор. Светили. Что это? Окропляют все дома по ходу пьесы. Все вот всем тудым-сюдым. Нас потом тоже побрызгают. В баню сегодня не пойдем. Вот уже и повернули. Все, уже сейчас скоро придем. Трясутся руки. Дорога-то неровная.
Такая съемка будет у меня. Ну вот, приближаемся к концу, откуда начинали. Кружочек сделали. Приближаемся. Сейчас освещать будут. А? Машинку, да, да. Попала, не говори, это хорошо. Хорошо, хорошо. Хорошо. Бачка, еще вот этот дом не светит. Его прошли, как говорится, сейчас я сушу яму, ладно? Они потом скинет и видали. Сюда водички, пожалуйста. Надо кому-то дать, чтобы все. Куда? Все, да? Братья и сестры, вот сейчас последнее, что я сделаю, да, и потом начнется то, что должно начаться после меня. Мы сейчас совершим чтение двух молитв на освящение яблок, винограда и овощей. Понятно, да? Нет. Господу помолимся, Господи помилуй. Благослови, Господи, плоды сия лозные, новые иже благорастворением воздушным и каплями дождевными и тишиною временную, все зрелище прийти час благоволивый, да будет в нас от того рождения лозного, причащающихся в веселье, и приносите тебе дар во очищение грехов священным святым телом Христа твоего, с ним же благословенный Сесо Пресвятым и благим и животворящим Духом ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка Господи Боже наш, Твоя, Твоих приносите Тебе по предложению, кому ж до повелевы вечных Твоих благ воздаяния сим даруем. Иже вдовы по силе приношения благоугодно прием и прими, и ныне принесенные от рабов Твоих жителей. Благословляется священное во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Благословляется, освящается все, что здесь лежит. Это Евангелие священное во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Благословляется, освящается и общество, как Евангелие священное во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Всех праздников. Всех покрепим и пойдем. Господи, сейчас я когда уже все, вот наш план. Спасибо, Господь всем помогай, Божья Матерь, и, конечно, преображение Господне. Каждый год мы с вами это говорим, и я снова и снова повторюсь. Это чистый праздник, праздник чистоты, добра. И хотелось бы, чтобы всегда чистота, духовная чистота, телесная, то есть здоровье, всегда бы пребывала со всеми нами, с вами, с этим местом, нашим районом, страной, с нашим миром, особенно, так сказать, в нынешних условиях это наиболее актуально. Поэтому не болейте, будьте здравы, живите как можно дольше и счастливо. И всем счастья и любви. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. И мы тогда всех строим много лета. Благоденственное мирное житие, здравия, всем благое поспешение подашь, Господи, рабом Твоим, всем здесь предстоящим, благодарить Виталия Валерьевича, и подашь им многое благое лето, многое лето, многое лето, многое лето.
Yeah.